а сейчас предлагаю вернуться к новогодней теме, ведь она в эти дни, пожалуй, одна из главных для большинства граждан. Все в ожидании чуда. И вот мои соведущие Екатерина Федорова и Игорь Жариков сегодня сменили свой деловой образ на сказочные костюмы. В эти минуты они в роли Деда Мороза и Снегурочки раздают подарки в торгово-развлекательном центре «Кристалл». Все подробности узнаем от моей коллеги Анастасии Нахрачевой. Настя, приветствую. Вот я смотрю, ты не в костюме. Дима, добрый день. Ну да, пока коллеги развлекаются, я работаю, как обычно, тружусь, как пчелка. Ну, а вот как мы видим, Катя с Игорем уже активно раздают наши эксклюзивные шарики. Посмотрите, вот такие новогодние с логотипом нашего телеканала. Вы можете получить их только сегодня, здесь и сейчас, больше нигде не найдете. Ну, а как мы наблюдаем в «Кристалле», несмотря на то, что еще не совсем вечернее время и будни, очень много народу, все куда-то спешат, торопятся, докупают подарки, продукты. И мы успели пообщаться с тюменцами, узнали, есть ли у них новогоднее настроение, чего они хотят получить на Новый год. И предлагаю послушать. Я своим любимым уже купил все к Новому году. Все, подарочки ждут их уже мазать под елочкой. Подарки. Самый главный ожидаю. Вот подарок. Да, самый главный вот подарок уже. Мы ждем буквально на днях. 31-е, да, на днях. Еще не все, вот только вышел, нашел время немного и теперь вот пытаемся. К Новому году продукты купили? Да нет, продукты рано еще. Что бы себе хотела, наверное, что-то очень блестящее, красивое из ювелирных украшений. Пожелать тюменцам мы хотим счастья, здоровья, как обычно. Главное, чтобы чаще улыбались. Ну, а я добавлю, что если вы хотите вот такой шарик, приходите в «Кристалл» до 6 часов вечера, ищите нас по торговому центру и получайте эксклюзивные подарки от телеканала «Тюменское время». Это тебе! С наступающим! Спасибо, дорогой! Студия! Смотрю, Игорь прям вошел в роль Деда Мороза. Спасибо, Настя. Сегодня ведущие ТСН Екатерина Федорова и Игорь Жариков раздают подарки в торгово-развлекательном центре «Кристалл». Успевайте.